Половина лета прошла, а значит, пора подводить итоги. О программе «Мой подъезд» в цифрах расскажет Никита Панин. По данным, на 13 июля в Лобне отремонтировано 118 подъездов, а это ровно треть от общего числа, включенных в программу в этом году. 80 подъездов, или немногим больше 22%, сейчас находятся в работе. Всего по плану в Лобне должны отремонтировать 355 подъездов. Тем временем в городе продолжаются еженедельные проверки хода работ, которые проводит глава города совместно с представителями городских служб и управляющих компаний. В понедельник комиссия побывала в подъездах домов номер 14 по улице Калинина, а также номер 3 и номер 4. 14 по улице Чайковского и выслушала замечания жильцов этих домов. Есть какие-то моменты, связанные с, с небольшим размещением, или цветовая палитра, или размещение почтовых ящиков, да, в какой стороне. Ну, то есть такие рабочие моменты, и всегда есть жители, которые хотят в соответствии с одним там планом это сделать, другие в соответствии с другим. Поэтому главное, чтобы управляющие компании слышали жители и те замечания, которые являются объективными, да, которые действительно подтверждаются, что эти работы выполняются не в соответствии с технологией и методикой, оперативно их устраняют. Дома на улице Чайковского обслуживаются управляющей компанией «Жилкомсервис». По данным, на середину июля данная управляющая компания уже выполнила ремонт в 67 подъездах. 42 в настоящий момент ведутся работы. У компании «Пик Комфорт» ремонт завершен в 51 подъезде и в 35 в данный момент продолжается. «Монолит-сервис» работы ведет в 3 подъездах на Текстильной 18. По словам заместителя главы администрации города Александра Холикова, все управляющие компании в установленный график выполнения работ укладываются. Никита Панин, Алексей Орлов, Денис Рокин, телекомпания «Лобня».